4 слова за победу рвем любого. Приключенческие гонки – это новый формат состязаний, когда команды, от Котласа их было 7, стартуют одновременно и на скорость преодолевают этапы. При этом шансы равны у всех. Общий старт – это более интересно, более насыщенно, то есть больше борьбы, больше азарта у ребят вызывает подобные соревнования. Ориентирование на местности – так называлось первое испытание. Ребята разыскивали в лесу 5 контрольных пунктов, а затем переходили к следующему этапу. На время разбивали палатки. Здесь все зависело от ловкости рук и смекалки некоторых участников, которые значительно экономили общее время команды. Все, давай выходим. Очередной конкурс – костер. Его надо было разжечь, предварительно наколов дрова. С этой обязанностью, естественно, справлялись мальчишки. Приключенческие гонки продолжались 3 часа. За это время классические туристские этапы, такие как спуск и подъем по склону, параллельные перила, перемежались с интеллектуальными испытаниями. Одно из них на решение математической задачки стало для ребят, пожалуй, самым сложным. Очень большие вызвало сложности данная задача, хотя вроде 5-й класс, задачка в 3 действия, но после напряженных испытаний не все ребята смогли справиться. Но есть команды, которые взяли интеллектом и решили правильно задачку. Не менее трудным испытанием стал последний этап гонок, на котором ребятам пришлось оказывать медицинскую помощь пострадавшему, а затем, смастерив носилки из подручных материалов, одежды и жердей, перенести человека в безопасное место. Ликование команды победителя, а ею стала сборная Центра туризма «Белый медведь», было слышно за несколько километров. 9 этапов ребята преодолели за 37 минут 19 секунд. Это усердные тренировки и собранность команды. Во главе великий капитан. Практически всю игру на пятке команде «Белый медведь» наступала сборная 4-й школы. До победы ребятам не хватило всего 14 секунд. 3-е место у школы номер 2.